«Равняйсь, смирно, шагом марш». Эти и многие другие команды, почти 700 школьников со всей области, несколько месяцев слышали ежедневно. Готовиться к смотру и строю песни «Марш Победы» очень серьезно. Соревнования ежегодно проводятся в преддверии великого праздника Дня Победы. Ребята борются за призовые места, за право быть лучшими из лучших. Это хорошая традиция и правильная традиция. Ведь память – это не только дань прошлому, это единственная надежда на будущее. И наши дети должны, и взрослые, об этом знать и помнить. Сегодня 700 детей на площади, пусть не совсем погода расположена к нам, но тем не менее мы собрались здесь все, из каждого муниципального образования, представители, победители своего марша Победы. Каждая команда должна пройти ровным строем и выполнить базовые команды. Расчет на количество участников, построение в шеренге, повороты в стороны и повороты в движении. Члены жюри смотрят на четкость и синхронность выполненных упражнений. В этом году среди участников много новичков. Они усиленно репетировали и готовы побороться с опытными участниками Марша Победы. Мы к нему готовились с сентября, но усиленно начали готовиться с февраля. В составе у нас 16 человек, это самое мной, с командиром. Конкуренцию, я думаю, они составят. Они очень слаженно работают все вместе. Слушают друг друга, прислушиваются. Еще одним важным испытанием для ребят является исполнение песни во время маршировки. Важно не сбиться с ритма всего строя, не забыть слова и громко исполнить выбранную композицию. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Две команды из Кузоватовской первой школы в прошлом году заняли 2 первых места. В этом году на конкурс прибыли в новом составе, но с той же целью – победить. Если за нашу команду говорить, то силы настроены, мы все настроены. Мы уверены, что мы победим, и очень на это надеемся. С важностью команды – дружность. Мы очень дружные. Пение. Вот у нас особенно очень хорошо пение получается. В соревнованиях участвовали школьники с 1 по 11 класс, воспитанники кадетских классов и юноармейцы. Основная цель смотра строя и песни – патриотическое воспитание молодежи. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.